Харлашанлар, добрый вечер на АТР Мазмазлар в студии Эмин Джапар. Усман Пашаев. Наш сегодняшний гость, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Алексеевич Зубков. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы такой любимец публики, и там «Сказка», сафари-парк, все охи-ахи. А мы вот как бы решили сразу сконцентрироваться на вашей персоне в качестве политика и бизнесмена. Третью попытку будете испытывать, баллотироваться в течение 2 месяцев, объявят выборы в мэрию, ну, городским головой Ялты. Хотите попробовать снова свои силы? Да, это предложение поступало и позавчера от депутатов Ялтинского городского совета, и от более высоких людей. От кого? Вчера. От людей? Ну, давайте не могу сказать всего, потому что нельзя. От Могилева? Все... Нет, не от Могилева, Анатолия Владимировича. От Бурлакова? Нет, не гадайте. Не гадайте, я все равно не скажу, но вопрос этот обсуждался, поскольку на 2 выборах я приходил вторым на пост Ялтинского городского головы и действительно хотел, имел амбиции стать городским головой. А теперь вы в правильной партии. Да, и... вы под разным фактом. Сегодня у меня шансов больше стать, да? Конечно, потому что я шел от других партий, вот, не будучи членом правящей партии, и шансы мои были сведены к нулю. Но я просто хотел сделать Ялту другой, вернуть ей шарм летней столицы, очень много вычистить скверы, парки, поставить скульптуры и вообще навести порядок. Насколько велики шансы у вас сейчас? Шансы, может быть, и есть, и я бы мог принять полное участие в предстоящих выборах, но если после первых выборов, на которых я пришел вторым в 2006 году, я начал строить парк Львов, Тайган, которому посвятил 6 лет своей, так сказать, трудовой биографии, то сегодня у меня более грандиозные и амбициозные задачи построить 4 еще новых парка, как минимум, в Крыму. И сегодня уже идти на должность городского головы, но просто нет ни времени, уже ни желания. Всему можно свое сказать, время. Что ваше вступление в партию регионов было исключительно для того, чтобы реализовать ваши грандиозные планы? Да нет, пожалуй, я бы планы свои реализовывал независимо от своей партийной принадлежности, вступления в партию. Ну вот ваш коллега по партии раньше, Вележанский, сказал, что вы вступили в партию регионов лишь только для того, чтобы продвигать свой бизнес. Это было интервью «Аргументом недели». Сергей Константинович может говорить, конечно, свое мнение высказывать. Мы с ним сейчас практически не встречаемся, но поверьте, что реализация... А с кем вы сейчас встречаетесь? Ну, с очень многими людьми, с очень многими людьми. Ну, тогда это были в Крыму Сенченко, Денисов и Вележанский, наверное, да? Да, тогда я был... А сейчас? Сейчас я помощник народного депутата Украины Бориса Давыдовича Дейчи. С ним я встречаюсь чаще всех и обсуждаю какие-то свои проекты и помогаю ему в его работе. И что он вам говорит относительно ваших проектов? Он поддерживает, он говорит, что они очень грандиозные, они очень полезные для Крыма. И, да, существующие проекты сколько стоят? Вот стоимость вот капитализации этого 2 бизнесов, «Сказки» и «Тайгана». Существующие проекты сколько стоят? Угу. Ну, что вы имеете в виду, сколько стоят? Я не продаю их и не оцениваю. Нет, Но все же оценивают. Никто не продает, но все оценивают. Давайте не лукавить. Все знают стоимость примерно приблизительного своего бизнеса. Я не знаю, я над этим не задумывался, честно говоря. Я просто развиваю свой бизнес, что Ялтинскую сказку, прошел ее 17 лет. Сказку вы начали в 95-м году, да? В 95-м году. Когда вы стали миллионером? Ну, уже в 2001 году. Уже были миллионером? Конечно. Долларовым? Ну, конечно. Да, то есть сейчас вы уже мультимиллионер, наверное. Ну, не мультимиллионер. Но вот этот проект, который называют крымским Диснейлендом, это уже будет о десятках миллионов долларов идти речь, да? Вы имеете в виду расходную часть? Расходную часть, да. Первый Диснейленд, который был построен в Штатах в 50-х годах, его затратная часть была 17 миллионов долларов. Да, конкретная цифра. Сейчас, наверное, это нереально порядок другой цифры. Вот сколько будет стоить ваш? Я не задумывался о стоимости, вы не поверите, но мне нет сметы на строительство. Правда, правда. Я просто беру и строю. Сейчас я выкупил земельный участок, делаю проект. И шаг за шагом, сейчас я съездил в Америку на выставку ежегодную по выставке аттракционного оборудования. Списываюсь с теми компаниями, которые мне подходят по цене, по качеству, из которые могут приехать не только продать оборудование, но и наладить его здесь на месте. И шаг за шагом сейчас восстанавливаются здания, строятся новые там здания на этом месте. Но при этом месте. Вы экономны, да? Вы не захотели покупать франшизу Диснейленд? Безусловно, я трудно, деньги трудно зарабатываются, и после, так сказать, у меня огромная армия животных, их надо кормить, и только то, что мне остается на развитие, я могу ежегодно потратить. Поэтому, когда меня спрашивают, когда вы закончите там парк чудес, я не могу сказать этого, я не могу сказать, когда я его закончу. Это будет процесс просто творческий. Какая процесс, прибыль, да. Тайгана
спустя полгода после открытия, в апреле, да, был открыт Тайган? Это первый сезон был Тайгана, который, да, он отработал, и я очень доволен посещаемостью. Я вообще имел планы, думал, что туда могут и не поехать люди, в эту степь, и далеко от моря, и далеко от туристических потоков. Какая выручка потоков. Была, давайте так? Но сегодня на счетах парка 6 миллионов лежит прибыли. Я доволен тем, что... Это только первые полгода, и конечно. Это еще не недораскрученный, да, бизнес? Конечно, есть перспектива, огромная перспектива, так сказать. А земельный вопрос вы решили уже? Конечно, по Тайгану. Конечно. Там все уголовные дела закрыты, вступили, да? Там? Конечно, да, вы очень торопитесь, я понимаю, что много вопросов, но вот именно отношение правительства и партии регионов к открытию этого объекта стало как бы той точкой. Меня никто не принуждал вступать в партию регионов, коль передача сегодня о политике. Это было действительно ответная мера. Передача не о политике, она о вас, наверное. Да, это было как раз ответ после того, как уже все проблемы были закончены, и уже парк был открыт именно с помощью партии регионов и из-за правительства. В апреле посещали вас Тайган, точнее, да, с ревизиями, а в июле вы вступаете в партию регионов. То есть речь идет о двух месяцах. А вышли из Батьковщины вы когда? Я и не входил, я не был членом партии Батьковщины. Ну, попрощались просто, с ними. Ну, попрощался давно уже, очень давно, да, как только перестал быть депутатом. И логичный вывод, который может сделать любой здравомыслящий человек, что, собственно, вступление в партию регионов облегчило вам земельные, решение земельных вопросов. Ну, это как, знаете, Россия-Грузия, принуждение к миру. Это все вопросы были решены еще до открытия парка Львов-Тайган. В апреле уже не было никаких ревизий какой-то и комиссий. Были выездные заседания правительства Автономной Республики Крым, в том числе и с выездом в Тайган, для того, чтобы как раз доделать все документы и с землей, и с собственностью, и открыть парк Львов-Тайган. Я не был тогда членом партии регионов, и это никак не сказывалось на открытии парка. По-моему, Анатолий Могилев на открытии Тайгана сказал, что вся крымская власть должна низко поклониться, да, лично вам за открытие подобного объекта. Поклонились. Но, поклонились ли? Безусловно. Анатолий Владимирович сам лично открывал. Большая честь, когда он открывал этот парк. Это было законное открытие. Ведь если Ялтинскую сказку я выкупил, и он был уже за уголком до меня, и как бы все документы, регистрация была раньше, то здесь открытие нового парка на базе старой военной базы, поверьте, что оно не могло бы быть, если бы позиция была другая. А вы остаетесь единоличным собственником своих бизнесов и сказки? Тайгана? Безусловно. Я рискую только своими активами. Я никогда не иду на какие-то... учредительские, другие, я не делю свой бизнес. Нет, ну, вдруг вы тоже теперь не обездоленные, то есть как бы в долях нет, с кем-то. Нет, я единственный учредитель и хозяин своих объектов. Mm-hmm. Тут выиграл, проиграл, слишком большая ответственность. Сегодня нет прибыльных зоопарков не только в Украине, но и в России, и в Европе, поэтому мой опыт, это первый опыт частного зоопарка, допустим, Ялтинского, да и парка Львов-Тайган, такого размаха, и тут можно выиграть, а можно проиграть. То есть вы, Олег Зубков, можете утверждать, что сегодня мультимиллионер с успешным бизнесом может ни с кем не делиться и дальше зарабатывать самостоятельно свои деньги? Но почему вы ставите вопрос так? Сегодня Олег Зубков успешный предприниматель, который, рискуя своими активами и бизнесом, добился каких-то успехов вот, в продвижении своего бизнеса и может вступил строить... в партию регионов по идейным соображениям? Безусловно. Безусловно. Нет сегодня более политической силы, которая больше бы сделала для... А какие идеи, и какая идеология в этой партии? Идеология выполнять социальные задачи, поставленные президентом страны, улучшать жизнь людей, чем они и занимаются. Посмотрите на новые дороги, посмотрите на обновленные троллейбусы, на многое, что делает партия регионов, при том и бюджете скудном, и тех экономических проблемах, кризисах, которые есть не только в мире, но и, естественно, и в Украине. А мировоззренческие какие у нее? Там, она либеральная, социал-демократическая, она... коммунистическая, она какая-то... Правая, левая хотя бы. Ну, или это не имеет значения? Не знаю, это для меня не имеет значения. И тем не менее, вы по идейным соображениям с ней. То есть вот как только видишь новый троллейбус, можно вступать в ту партию, которая дела, в это время... факты, она упрямая вещь. А они в случае, если вещи. Партия власти завтра поменяется... Готовы ли вы вступить в другую партию? И будет еще больше партию? Новых троллейбусов, да, и новых и дорог. Вы знаете, и я на выступлении вот совсем недавно Белогорская партийная организация отмечала 3 года общественной приемной. И, конечно, я выступил и сказал, что если партия Крым – это авангард партии регионов всей Украины, то Белогорская партийная организация – авангард Крымской партийной организации. Но Крым – это еще не вся Украина. И мы видим, что происходит в парламенте сегодня, как жестко там ведет себя и Свобода, и другие политические силы.
силы, и, возможно, ситуация изменится, как вы говорите, завтра правящая партия будет другой. Но самое ценное вот в партийной организации Белогорского района, что это, во-первых, прекрасная команда, действующая справедливо в отношении людей и, значит, заботится о гражданах. Олег Алексеевич, а можно уточнить? Поэтому вопрос? Мы соберемся обязательно, если такая ситуация сложится на уровне Украины, и примем правильное решение в интересах жителей нашей громады. Вот какая-то такая ситуация. Вас недальновидным человеком назвать сложно, потому что человек, который сделал такие успешные, интересные бизнесы и производит такое впечатление даже на публику, это очень дальновидный человек. И, ну, получается, с людьми как-то у вас разногласия. Да? Вот когда вы были в другой партии, в этом регионе за партию регионов голосовало более 500 000 человек. А когда вы вдруг прозрели и заметили, что именно эта партия делает для людей очень много, на выборах за нее проголосовало на 150 тысяч меньше. Так вот, немножко давайте вот все-таки либо не будем друг другу врать, либо вот найдем объяснение происходящему. Ну, каждый из нас выбирает сам. Но при чем тут, что проголосовало меньше? Я пришел к этому не сразу. Так, может, люди, или люди чего-то не заметили, или все-таки вашему бизнесу необходимо быть всегда с партией власти. Вот давайте. Ну, почему? Я был все годы, я был как раз не с партией власти. Ну, какие годы? Все годы вам было сложно, вы об этом сами говорите. Подождите, в какие годы вы были не с партией власти? Ну, когда эти, вот сейчас я и в Бьюти был. В Бьюти вы в какие годы были? 2006-2010. После оранжевой революции. То есть да. В Киеве все было понятно, кто да. у власти. Да, и Янукович был у власти тогда. Ну, Янукович, был. Президентом был другой человек. Под флагом партии «Союз» вы баллотировались второй раз, да? Да. В 2010 году? В 2010 году. Да. Это уже да. «Союз» был, да? Да, шел. Мне все равно было, от какой партии. Мне все партии и все уставы всех партий одинаковые. Во имя и для блага народа. То есть, наверное, мне нужно было идти на пост Ялты, чтобы проявить себя как... Но в этот раз с партией регионов у вас совсем все по-другому, да? То есть вам не важно, то есть, точнее, вы по идейным соображениям там находитесь. Да, так, я верю, получается. Что это сейчас политическая сила, больше которой никто не сделает для Украины. А если кто-то сделает? Сделает, вот посмотрим. Сделает, несколько... посмотрим. Все течет, все изменяется. Вот свобода может много сделать. Она так много делает. Я сомневаюсь. Около 10 лет назад вы отправились в налоговую инспекцию с обезьянками. Да? Это очень экстравагантный поступок. А пробовать решить свои уголовные вопросы подобным способом, ну, например, выдрузить всех своих львят на танк, который вы приобрели в 2010 году, и, например, выйти под совмин. Какой-то такой поступок вы готовы Нет были в этом совершить? Необходимости. Я действительно как бы неординарная личность. И когда что-то такое там происходит, какая-то несправедливость, то я могу делать подобные шаги. Да, то есть вы всегда... осознаете, что вы неординарная личность? С обезьянами ходил и в налоговую инспекцию в свое время в 96-х годах, и со львами ходил в Ливадийский поселковый совет, который не решал вопросы зоопарка, Ялтинского зоопарка. Действительно, для достижения цели я иногда применяю как бы неординарные свои вот такие поступки. Но сегодня нет обстоятельств, да, есть совершенно глупое уголовное дело. То есть, если мы дело. Увидим Олега Зубкова на танке со львами, да. мы не должны удивляться, да? Неординарная личность Зубкова выехала от слова своей интересы. Животное – это прошлый день, сегодня индустрия развлечений уже. Тут уже сегодня зарабатывание денег будет без животных, то скорее на аттракционах вы каких-то можете появиться. Если бы зарабатывание денег было столь простым, то, поверьте, парки развлечений в Крыму уже бы давно появились и работали. Так же, но как вы и зоопарки. Заявляете амбициозный проект. То есть да. Вы заявить рассчитываете это не, значит не на крымскую публику, правильно? Построить и не значит сделать. Угу. Желающих и хотелок очень много вокруг, понимаете? Вот. То, что я удалось построить Ялтинский зоопарк там, и парк Львов, просто это окрыляет. И сегодня поддержка правительства, которое впервые есть за все годы, действительно может сжать просто и сроки, так сказать, ввода в эксплуатацию, там, допустим, и выделение земли. Я уже не буду воевать с ветряными мельницами, поскольку есть понимание общественности и поддержка, так сказать, правительства. От этого выиграют все. И Белогорский район, который получит рабочие места, имидж и так далее, и Крым в целом выиграет, и все. Что там заработает Зубков? Чтобы Зубков что-то заработал, нужно потратить, как каждому бизнесмену. И таких желающих, помимо меня, ну, наверное, сотни тысяч желающих заработать, на чем-то. Но почему-то у нас не открываются ни Диснейленд под Бахчисараем, под который выделили землю, ни другие там тоннели и парки, которые, о которых... А с какими ветряными мельницами вам доводилось бороться? Я имею в виду наших чиновников, с которыми просто невозможно. 15 То есть лет, раньше вы с ними боролись, конечно, сейчас вы с ними... 15 лет я пробивал для того землю, 2,4 гектара земли, пол Ялтинский зоопарк «Сказка». Это при моей-то военной настойчивости и при моей как бы неординарных способностях, что я пробиваю это все. Понимаете? Не удавалось пробивать эту землю. 6 лет под этот парк я занимался землей. Хотя, когда захотело это правительство, это получилось буквально за несколько месяцев. Ну, тогда вернемся вот к вашим будущим проектом, это так называемый, ну, он не будет называться Диснейленд, он Колизей будет называться или в целом он будет другой? Называться Парк чудес Белая скала. А почему не Аккая?
Ну, я думаю, это рабочее название «Парк чудес», если кто-то меня поправит и докажет, что это будет лучше. Ну, а Кая, это понятно, как бы вот в узком кругу нам здесь. Как вот это исторически называется? А Юдак тоже узкий круг, а Айпетри тоже узкий круг? Нет, я понимаю. Но Белая Скала, как бы, мне кажется, что понятно более широкому, так сказать, кругу. То есть вам не нравятся крымско-татарские названия? Они вам нет, кажутся узконаправленными? Нет, Ставри, Кая, Ак-Кая. Мне очень нравится, я их обязательно буду применять, эти исторические названия. Но, вы знаете, когда я собирался строить этот парк, я посоветовался со своим 12-летним сыном. Или вот смотри, сынок, я хочу построить Киноленд. Вот, что ты хочешь? Как бы ты вот куда пошел лучше? В Киноленд или в Диснейленд? И он, не задумываясь, сказал, говорит, папа, конечно, Диснейленд. Я говорю, а почему? Ну, потому что Киноленд, знаешь, это вот ты мне еще объяснять будешь, что это такое. А Диснейленд, все дети знают, что это такое. И тогда вот, ну, Диснейленд... Но вы же при этом не остановились на названии Диснейленд? Не остановился, совершенно верно, потому что американцы могут потребовать предъявить права так, на название. Так, захотят ли пойти в парк чудес «Белая скала»? Ну, вопрос очень риторический, и время покажет. Весь вопрос будет, что я предложу в этом парке. Первые люди-то обязательно придут. Особенно... Но что они расскажут остальным? И вы знаете, люди – это лучшая реклама. Заговорили... Если там что-то будет здорово, то они обязательно придут. Вот вы просчитывали, что, например, название Диснейленд, даже потратившись на это же название, на эту франшизу, вы привлекли бы, ну, возможно, из близлежащих стран аудиторию, потому что ближайший в Париже находится Диснейленд, да? А следующий по близости в Сингапуре. И... То есть в округе ни одного центра развлечений с названием Диснейленд. Не думал об этом. Диснейленд поставить – это большие обязательства и перед Диснейлендом, и перед названием. Я только что вернулся. Если я правильно понимаю, масштабы и уровень аттракционов будет не слабее, да? Если он слабее, вы так и скажите, что это не такой масштабный проект, это не как пятерка Диснейлендов. Это лунопарк, просто крупный такой лунопарк будет. Давайте о масштабах поговорим. Я только вернулся из американского Диснейленда и гонконговский Диснейленд посетил. Но это просто проекты, которые там реализованы, не стоят сотни и десятки миллионов долларов. У меня нет таких, естественно, ни средств и нет таких возможностей инвестиционных кого-то привлечь. Хотя мне вчера там пришли и предложили там 200 миллионов долларов. Инвестор пришел, который готов вложить. Вот сюда. Я боюсь чужих денег, я боюсь ответственности. Я никому никогда ничего не был должен и государству, и инвестору. А он, то есть, не готов делить ответственность с вами? Нет, нет, он готов, просто ему интересен проект, и под меня он готов, значит, предложить не меньше 200 миллионов долларов. А издалека такой инвестор? Коллега по партии, может быть? Да нет, никакой не коллега по партии, я был в командировке, пришел его представитель здесь, в Крыму, и сказал, что вот уже ждем вас месяц, пожалуйста, есть вот инвестор, который вот очень глобальный. Местный инвестор? Страны инвестор? Я не задавал уточняющие вопросы, мы сразу вопрос разговаривали. Разговор был по сути, что я говорю, я никогда не брал ни кредиты, не имею опыта такого работы с инвесторами. Да, это интересно, да, эти аттракционы могли бы быть сумасшедшие. То есть лучше меньше, но ваше? Конечно. А сколько вы готовы потратить на этот центр развлечений? Все, что у меня будут свободные активы, я буду тратить на этот центр развлечений. Какие это будут суммы, но я пока не знаю. Не меньше, там, вы уже понимаете, не меньше скольки? Не могу сказать. Не, ну, не сказать. Меньше миллиона или не меньше 10 миллионов. Шаг за шагом будем тратить все, что будет получаться привлечь. И... Хорошо, а по-другому попробуем. Ну, во сколько раз масштабы меньше? Какое масштабирование по сравнению с американским Диснейлендом? Во много раз будет меньше. Американский Диснейленд, он колоссальный, огромный по территориям. Это десятки, если не сотни гектаров. Но у вас там тоже 13 гектаров там? 13 гектаров – это ничтожно мало. Это одна парковка около Диснейленда американского. Вот. Речь идет о том, чтобы создать парк развлечений, которого нет в Крыму и, может быть, даже в Украине, с американскими горками, с замками, с привидениями, там, с антиквариатом, античным театром, допустим, с канатной какой-то дорогой. На... То есть это крупный лунопарк, да? Вот. Ну, возможно, если это название вам больше нравится, да, возможно, это будет так. Учитывая, что в последнее время особенно актуальным в мире является этнотуризм. Крымско-татарская культура является автохтонной в Крыму. Насколько готовы вы вкладывать вот в эту сферу туризма? Да, мне очень интересно. Во-первых, я живу в Крымско-татарском районе, сейчас вот в Белогорске. У меня очень много работают и строителей крымских татар. И это часть культуры и истории Белогорского района. И, конечно, я ее готов популяризировать. И на территории парка чудес планируется создание такое мастерских, этнодеревни, что ли, такое, где вот могли бы увидеть историю, культуру, костюмы там, и вот как-то мы говорим об этом и с Ресулем Фатовичем Велиляевым, предпринимателем, тоже уже обсуждали этот вопрос, и с другими людьми, вот, о том, что это бы интересно поддержали было создать. Поддержали бы вы переименование Белогорска в Харасу-Базар?
Да, почему нет? Запросто. Я люблю восстановление исторической справедливости, и название «Карасу-базар» очень звучное, красивое. Несмотря на то, что вы уходите в индустрию развлечений, природу и вы также любите, да, как и, то есть, раньше у вас, безусловно, то есть, самый любящий природу человек. Безусловно, я просто, мне хочется что-то строить, что-то делать, дерзкие проекты. А вы знаете, что вот там вот чуть севернее, где от Карасу-Базара в Старом Крыму исчезает гора Гармыш. Вот она была, это тоже один из символов Крыма. И, да, там добывают тоже, известняк, да, кажется. Да. И вроде две трети горы уже нет. Кому принадлежит известняковая? И вроде бы, как бы, главный акционер тот человек, у которого вы помощником являетесь. Я не знаю, там, из-за чего, что там происходит с этим карьером, что там. На это есть контролирующие органы, которые должны реагировать, если что-то где-то просто делается. А Гармыш уже не защищает от северных ветров, от которых он защищал, ну, столетиями. В всяком случае, из фольклора именно Гармыш защищал ту часть Крыма от холодных ветров. Есть комитет по охране. От сибирских арктических, как сейчас. Природы, который должен реагировать на подобные, так сказать. А вам самому неинтересно бывает, вот что происходит? Я не могу охватить все. У меня есть свои проекты, которые я осуществляю. Мне есть чем заниматься. Я не могу охватить все. Хотя я очень неравнодушный человек, если что-то где-то происходит. Но с охотой вы выражаете, да, свое «нет», говоря, что в официально зарегистрировано около 6 тысяч охотников в Крыму. И, будь ваша воля, вы вообще запретили охоту. Безусловно. С этой стороны, вы природу любите. Безусловно. Сегодня перебит в Крыму все, что можно. Сегодня можно часами ходить по заповеднику, не увидеть ни косули. А касательно карьеры вы не задумывались о экоситуации? Это очень узкая такая специализация, и это вопрос Ресомприроды и Министерства ведомств. Но ваша партия самая охотолюбящая, кстати. У вас вот с ней идеологические расхождения. Возможно. Возможно. Ну, я возможно? За всех членов партии не могу отвечать. Подождите. Представители вашей партии тут целый кедр создали, самый элитный охотничий клуб. Я в нем не целых состою. Сколько тысяч гектаров? 9 тысяч гектаров. Вам бы там хватило не на одну индустрию развлечений. Здорово, что что-то создали они, и я создаю свои парки. Мне достаточно тех территорий, которые я осваиваю. Но с охотой этих людей вы вряд ли сможете себе позволить бороться. Я не ставлю таких задач и планов. То есть из вашей риторики уйдет борьба с охотой? Или вы будете бороться только... Я высказываю просто свое мнение против охоты и того количества охотников, которые сегодня есть, их больше 6 тысяч, только зарегистрированы в Крыму. Я говорю о браконьерстве, я говорю о том, что нельзя так жестоко эксплуатировать природу, как она эксплуатируется. Вот. Но я один человек, я директор зоопарка, естественно, не могу ни на законодательном уровне, даже не депутат Верховной Рады Украины, для того, чтобы внести законопоправку какую-то или поправку к закону, чтобы что-то изменить. Олег Алексеевич, вот смотрите, это же все-таки Восток, все восточнее Карпат, Восток, да? Вот если на Востоке, если лидер страны играет в теннис, да, то все окружение уже разбирается хотя бы в ракетках, да? Если он, вдруг лидер страны там самбист или выращивает, там, хотел сказать, выращивает ульи, выращивает там, ну как это называется, пчеловод, пасеки, да, как бы, то в меде уже только ленивый не разбирается, да? А если лидер страны любят охоту, то как вообще можно бороться с охотой? И как можно даже... Это выражение мысли в воздух, вообще сотрясание воздуха получается, не больше? Лидер страны любит и зоопарки. У него есть свой зоопарк, если вы говорите о существующем сегодня. Вроде там кенгуру и страусы, да? Кенгуру, страусы, ламы, олени и много-много очень других животных. Что-то вы поставили для этого зоопарка? Нет, к сожалению, еще нет. Президент не был у меня в гостях, поэтому не было возможности. А вы у него были в Межгорье? Нет, я у него еще не был в гостях. А приглашают? Вот. Нет. Ну, а заказы есть какие-то? У вас же все-таки самые экзотические животные. Ну, еще раз говорю, президент не был в гостях. Если бы он был, я обязательно подарил бы ему какого-то. А вообще планируете? Кого бы вы подарили нашему президенту? С кем ассоциируется ваш подарок президенту? Какой бы мог быть? Чтобы понравилось президенту, какое животное он позволил бы содержать, построил бы вольер, то и подарил любое. А тигрюля вот не хотите подарить туда? У нас есть белые тигры и львы, они размножаются, поэтому животных — это гиена. Могли бы вы подарить гиену нашему президенту? Ну, запросто. Почему? Гиена уникальное, замечательное животное, очень привязывающее к человеку, и нет никаких с этим проблем. А дарили ли президенту его друзья, вот из каких-то животных из вашего? Мне это неизвестно. Ну, у вас же покупают, наверное, каких-то... Ну, они не уходят к президенту. Да, и зоопарки, и за уголки пишут заявления, приходят и покупают для своих коллекций, либо мы меняемся. Все зоопарки мира меняются животным. Если у нас размножаются амурские тигры, леопарды, а у кого-то размножаются там какие-то копытные. Подождите, цены. Вы хотите сказать, что ваши животные не попадают
скажем так, частные коллекции, в личные пользы. Не продаем в частные коллекции, мы продаем только тем зоучреждениям, которые имеют условия для содержания и предоставляют документы, что они зарегистрированы в резком природе, там, светслужбой, и могут, имеют условия для содержания. Иначе скоро медведи тогда будут в частных руках жить. А что нету? Наоборот, у нас конфискованы и живет в сказке сегодня 17 медведей, которые были конфискованы в частных руках в Севастополе и по всей Украине. Мы собираем, и они живут сегодня в сказке. Вы признали, что вы неординарная личность. Увидела ли крымская общественность вашу книгу «Я строю зоопарк»? К сожалению, книга еще не закончена из-за моего, так сказать, вот такого очень бурного сейчас прошлого года. Я эту книгу действительно уже практически она написана на 90% и даже оплачены. Меняли ли вы, например, ваши страницы, которые были посвящены пребыванию в партии, сотрудничеству с партией, с блоком Юлии Тимошенко? Никакие например. Страницы, никакая сейчас... история, не касающаяся моих взаимоотношений ни с Виктором Ющенко, ни с другими какими-либо политиками, она не меняется. Это история, это часть моей жизни, и она не может быть пересмотрена в зависимости от каких-то сегодняшних... Сейчас новые страницы моей жизни, новые проекты. Вот, конечно, эту книгу Олег Зубков «Я строю зоопарк» я просто обязан уже дописать, потому что скоро нужно начинать. Может, я строю зоопарк с партией регионов? Да ни с чем, Олег Зубков, я строю зоопарк. Зоопарк. Это даже не в качестве троллинга, партия. Шутки. Вы строили зоопарк с Юлией Тимошенко. Она вам подарила одно из животных, да? Которое... Если мне подарили одно животное, то вы лично не знакомы значит, с Юлией Тимошенко. Я знаком с ней, так же, как и с Виктором Ющенко, и с многими другими политиками. А какое было ощущение? Я никогда с ними не строил зоопарк. Они никакого отношения к зоопарку не имеют. Кроме того, что подарили подаренное им животное. Ну, ради бога. А можно ли строить зоопарк без политики? Конечно. Я это доказал и строил. Без политики с 95-го только года. Придется бороться с ветряными мельницами. Конечно. Вот. Только придется пробивать цену коррупции, взяточного бюрократизма, которая есть везде в наших органах власти. Так а зачем было вступать в партию регионов, когда вы могли так реализовать ваши... Зоопарк отдельно, и моя забота, так сказать, о зоопарке отдельно. Подожди, я попытаюсь объяснить. Да. Чтобы не пробивать эту стену коррупции. Неправда. Нужно быть своим. Когда власть поддерживает проекты, это же лучше, чем, так сказать, бороться с ней. Так, то есть, получается, до этого вы с ней боролись? Я с ней не боролся. Я боролся со всеми, кто мешал мне строить, развивать статус зоопарк. Заповедника Тайгана дадут? Уже дали. В апреле прошлого года парк Тайган получил статус объекта природно-заповедного фонда. А насколько снизили налоги на аренду земли? Никак не снизили. Зоопарки, получая такой статус, они освобождены от налога на землю, но мы не платим налог на землю, мы платим арендную плату. Поэтому вся арендная плата платится в полном объеме. То есть статус объеме. Никак не отображается на... Никак, абсолютно. А что он дает тебе льгот. Этот статус? Он дает статус, что никто не может вмешаться на территорию, как бы особую часть национального достояние, предмет имиджа, гордости, скажем так, который находится под контролем Республиканского комитета по охране природы. И все-таки какие ощущения были, вы вступаете летом в партию регионов, а в это время Тимошенко, которая дарила вам тигрюлю, сидит в тюрьме. Как-то эти два факта у вас... Или они разделены для вас? Жизнь идет регионов? Вперед. Но при чем тут? Что же я должен... Если мне подарили подарок, так я теперь об этом человеке должен всю жизнь только о нем думать. А вы думать. Так его воспринимали? Вы же шли с этим человеком несколько лет, да? По одной дороге. Шел. Но вы не были соратниками, скажем так, да? Я был просто в бюте, я был депутатом Верховного Совета от бюта, я выполнял вы были свои приглашены обязанности. Звездой. Вот. Не совсем так, я действительно искренне верил и в перемены, я всегда все делаю искренне. И после Оранжевой революции я действительно тот курс, который был начат, верил, что это к лучшему, что такие перемены будут именно с этим руководителем. Как вы думаете, почему они не получились? Почему не получились, мы разочаровались и Викторе Андреевичу, и в последующих, так сказать. То есть причина в том, что мы разочаровались или какие-то были? Я разочаровался. Я говорю только о себе, а не обо всех. А вы почему разочаровались? Я разочаровался, потому что я разочаровался в победе Виктора Ющенко буквально через 3 месяца после того, как он вступил в должность. Потому что он распустил парламент и не может его собрать. Потому что я увидел нерешительного человека, не выполняющего свои обязательства. Те обещания, которые он говорил. В смысле распустил парламент? Помните, это был 2005 год. Он распустил парламент и не собрать его, не мог собрать. Распустил он
парламент в 2007, парламент 2006 года. То есть он парламент через три месяца он никого не распускал. Вот. Ну, я помню эту ситуацию, когда он не мог собрать этот парламент, не объявить досрочные выборы. Мы увидели его нерешительным, непоследовательным. Потом это укранизация излишняя, бандеровщина и многие-многие другие. Бандеровщина? Вот, кстати, я бандеровщина, вот. Да, интересно. Поэтому интересно, какая бандеровщина в это время была в Крыму? Как вы ощутили на себе проявление бандеровщины? Да, на себе я здесь никак абсолютно не ощутил эти перемены. Нет, так вы же говорите только о себе, да? Это, да. Нет, как это вас зацепило? Я же смотрю, что делается в Украине, если идет украинизация, если ставят памятники Бандере, там где-то в Западной, пусть Украине, или в Харькове, где там открывали памятник, то меня это тоже волнует. Но вы же хотите памятник Суворову ставить, например, на территории своего комплекса? Да, я предлагаю. Я мало что я хочу. Личность Суворова тоже неоднозначная. Это должно быть одобрено общественностью. Ну, не вся, вы знаете, да. Что такие, ну, как бы символы, они всю общественность не объединяют, так же, как и Бандера, да? Но Суворов в Крыму... Это... Есть большинство. Ага. То есть, большинство... Всем большинство... никогда не будет нравиться ни парк «Сказка», ни парк «Тайган», но есть большинство, есть разрешительная система, которая позволяет делать то или иное действие. Мало кто что из нас хочет. Так большинство не против Сталина будет? Вряд ли. Я думаю, что будет. Почему? Против. Ну, опросы показывают, против. Что большинство в наших памятник регионах... Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю не поставлен был в Ливадийском дворце, хотя его бесплатно подарили там за полмиллиона долларов, потому что общественность возмутилась и сказали, что это вот не нужно этого делать. И власти отказались от этого. А не сейчас в президенте вы не разочарованы? То есть вы очарованы по-прежнему? Я не очарован. Я выбрал свой путь. Но если Ющенко для вас был нерешительным и не умеющим организовать работу, то Янукович для вас кто? Я уже сказал сегодня, что для меня, в моем понимании, сегодня нет более действенной, более организованной силы, чем нет, партия регионов. Нет, персона Януковича. Янукович, конечно, более решительный, Виктор Федорович, чем Ющенко. И более соответствует статусу президента Украины, чем Ющенко. И это сегодня видно. А после него, если же его он на второй раз после Януковича доказал то, что он может победить. А Ющенко, вы помните, 3-4% рейтинг его был перед президентскими выборами вторыми. Вот был, ну, к концу срока. Выборы президента в Фейсбуке, там победил Тигнибок. Для меня это тоже удивительная ситуация. Фейсбук это, конечно, не репрезентативно, но вот вдруг такой решительный, еще более решительный Тигнибок. Вот показывают последние парламентские события, что 30 депутатов могут быть решительнее, чем донецкие ребята из 200 человек. А представьте, если их будет 100-150, их президент. Они же еще более решительные и действенные, окажутся. Ну, наверное, тогда нужно убегать из этой страны, уезжать куда-то из этой страны. Вместе с тиграми. Так же, как и из Прибалтики бежали русские в свое время. Когда, а куда бы вы убежали? Я? Ну, не знаю, конечно, я бы боролся бы до конца, но если бы здесь начался какой-то такой беспредел уж и вытеснение русского. Ну, какая страна бы вас устроила? Не знаю, я не думал об этом, куда убежать. Для счастья человеку не так много нужно, и я всегда говорил, что можно закрыть мой зоопарк, там и один, и второй, там и ялтинский, мне достаточно, я уеду там с тремя своими животными куда-нибудь, мне все равно, какая страна, я буду читать газеты, и человеку для счастья, в общем-то, очень немного нужно. Вот есть возможности, есть, так сказать, я творю и делаю. А вы себя чувствуете русским человеком? Безусловно, мне это в Крыму ничего не мешает. Крым многонациональный, и я не вижу, что русских когда-то в чем-то. А более здесь... русским себя в России чувствовать можно? Ну, я не понял вопроса сам. Вот я задала его нашему гостю. Я отвечу. Вы знаете, когда я начинал строить в 95-м году ялтинский зоопарк «Сказка», первое, куда я поехал, в киевский столичный зоопарк. Вы знаете, говорю, я не знаю, как это делать, я военный вообще, и вот дайте устав, документы и так далее. Мне ничего не дали украинской столице в столичном зоопарке. Меня просто там вот обкурили вот так, рассказали, что я неудачник, что таких, как я, вообще очень много, что ничего у меня не получится, и мне не дали ни одной брошюры. После этого я поехал в Москву, в московский зоопарк, где директор, ну, я задал вопрос, он написал, что вам лучше приехать, получить ответы на вопрос. Меня поселили на Красной Пресне, я еще не был директором зоопарка, директором зооуголка, только начинаю. Там мы депрессивно заканчиваем, вот, режиссер уже говорит, заканчиваем. Может, и как-то... там ответили на все вопросы, и я почувствовал, что вот русская душа, русские, они вот, ну, как-то вот более открыты. Русская чем душа, будут. Но центр развлечения будет называться «Колизей». Это разные проекты, совершенно разные проекты. Колизей, проект Колизей ничего общего не имеет к парку чудес. Так как хочется спросить, ну почему же Колизей? Причем здесь Колизей? Потому что Крымский Колизей – это может быть уникальный дерзкий проект. Какую культуру демонстрирует Колизей в Крыму? Чью? Культуру? Культуру нашу.
культуру нашу, если хотите, и крымско-татарскую, и русскую, нашу национальную. Сегодня в Крыму нет театрально-зрелищных комплексов таких. Мы до сих пор гордимся и показываем концерты там, что было построено до нас в советское время. То ли это Юбилейный, то ли это Судаке, то ли где-то в Симферополе. Вот у вас. Я уверен, что этот Колизей крымский пользовался огромной популярностью. Спасибо. Как памятник и театрально-зрелищное, так сказать, место. Спасибо. Это был Олег Зубков, который много лет боролся с ветряными мельницами, устал, вступил в партию регионов и теперь открывает Крымско-Татарский Колизей. И готов защищать свои интересы на танке со львами. Причем...